Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В прошлом видео мы с вами говорили о проекте UniWorld. Если вы его не видели, рекомендую ознакомиться. Там я как раз рассказывал вам о всех его плюсах и его идее. Сегодня же я хотел вам рассказать о их пресейле, который начнется совсем скоро, и вы сможете приобрести их монету UniCash по очень выгодному курсу. UniCash – это собственная монета UniWorld, которая функционирует аналогично другим существующим криптовалютам. Общий запас монеты не исчерпаем и составляет 1 миллиард. Выпускаются они на собственном блокчейне UniChain. Первоначальный выпуск состоит из 300 миллионов монет, из которых 5 миллионов были проданы на этапе частной продажи. Разблокировка этих монет осуществляется поэтапно, по 17% в месяц, и стоимость для частных покупателей составляла 15 центов. В конце июля будет проходить первый этап предварительной распродажи. В течение 3 дней во время этого этапа будет продажа 12 миллионов монет по цене от 22 центов за монету. При этом во второй и третий день цена монеты увеличится до 24 и 26 центов соответственно. Разблокировка этих монет будет проходить по 33% в месяц. Во второй же этап цена продажи будет составлять 34 цента. Всего будет представлено на продажу 240 миллионов монет, и разблокировка их будет проходить по 50% в месяц. Что касается общего количества монет и как они будут распределены. Около 40% UniCash будет распределено внутри экосистемы UniWorld. 25% через публичную продажу. Остальные доли будут распределены между проектной командой. Это 12%, маркетинг 10%, различным консультантам 3%, на частную продажу уходило 2% и на сторонние траты 8%. Единственный способ купить UniCash – это использовать Binance Coin. Приобрести монеты, я думаю, вас не составит труда, они продаются на многих биржах и вы можете выбрать любую. Принять участие в пресейле очень просто. Для начала вам необходимо пополнить свой счет в BNB. Нам надо зайти в наш кошелек, выбрать монету BNB, скопировать свой адрес и отправить на него наши монеты BNB. После того, как наш баланс пополнен, мы нажимаем «Купить UniCash». Далее вводим сумму BNB, на которую мы хотим приобрести UniCash, и нажимаем кнопку «Купить». После подтверждения транзакции в блокчейне мы получим монеты на свой кошелек. Но помните, для покупки вам понадобится пройти процедуру KYC. Для этого вам понадобится паспорт или водительское удостоверение. А также вам необходимо будет подтвердить свой адрес, предоставив выписку из банка или оплаты ЖКХ. UniWorld также предлагает и потрясающую реферальную программу, которая вознаграждает успешного рефера дополнительными 5% от суммы покупки его рефералом. То есть вы будете получать комиссию за каждую покупку, совершенную по вашей ссылке. Ваша реферальная ссылка находится в личном кабинете. После регистрации вы можете получить ее, войдя во вкладку «Реферал». Существует три различных рейтинга – VIP-1, VIP-2 и VIP-3. Чтобы вознаградить людей за рекомендацию проекта людям, которых они знают. В зависимости от вашего рейтинга вы будете получать разную награду. Вы будете получать награду как в монетах UniCash, так и в BNB. Вы можете сделать видеообзор, пост в социальных сетях или написать статью, и каждое ваше действие будет вознаграждено. Для того, чтобы заявить о вашей активности, вам необходимо заполнить форму, на которую я также оставлю ссылку в описании видео. Сейчас у нас действительно есть уникальная возможность купить монеты UniCash по достаточно выгодному тарифу. В будущем цена на них будет только расти. Поэтому, если вы купите их в первый день пресейла, вы уже будете в плюсе. Переходите по ссылкам в описании данного видео и изучайте проект UniWorld и участвуйте в их пресейле. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк, а также поделитесь своими мыслями о том, будете ли вы участвовать в распродаже монеты в комментариях под видео. Если же вы впервые на нашем канале, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить интересные проекты в мире криптовалют. Ну а я желаю вам хорошего профита и всем пока!